предварительно чемпионат должен был состояться в Бурятии. Но в связи с пандемией были сложности, мы не стали рисковать. И у нас было две заявки. Вторая заявка была Оренбург. И вот Сергей Александрович, так сказать, и губернатор поддержали нас и вышли с инициативой провести все-таки чемпионат здесь. Все великолепно организовано. Прекрасный дворец, хорошее размещение. Народу очень много приехало. Сегодня просто какой-то бум. И по молодежи мы провели там на 30% больше участников у нас. И по юношам, наверное, процентов на 30%. Тоже. Ну и здесь мы видим тоже колоссальное количество людей приехало. Самбо – это один из самых популярных видов в Оренбургской области. Свыше 6 тысяч спортсменов занимается самбо в нашей области. У нас очень титулованные тренера, у нас есть чемпионы Европы, мира. Поэтому я думаю, что не зря федерация выбрала Оренбургскую землю для проведения чемпионата. Мы впервые проводим соревнования по новым международным правилам. С этого года у нас введены новые весовые категории. Они сокращены. Если раньше у нас было по 9 категорий в каждой возрастной группе, сейчас у нас их 7. Мы сегодня признаны Международным олимпийским комитетом. Есть требования определенные, так сказать, мы тоже стараемся под них подходить. Вот это как раз один из шагов, чтобы самбо действительно было настоящим олимпийским видом, вошло в программу. Вот пришлось модернизировать и правила, и весовые категории. Я надеюсь, это поможет для, так сказать, того, чтобы самбо вошло в программу Олимпийских игр.